Вакансии на эту должность вы не найдете на сайтах по трудоустройству. Учитывая специфику работы, функции авиадиспетчера могут выполнять только люди со специальной подготовкой и высокой физической и эмоциональной выносливостью. Самообладание, устойчивость к стрессам, повышенное чувство ответственности, аналитический склад ума, хорошая оперативная память, крепкое здоровье и безукоризненное владение английским языком – главные качества хорошего диспетчера. В Таманском центре государственной корпорации по организации воздушного движения, находится который в Анапском аэропорту, старший авиадиспетчер Тибейкин признан в этом году специалистом экстра-класса. Когда-то в своей жизни он создавал космические корабли. Окончив Академию гражданской авиации, оказался в команде специалистов, чей труд для обычного человека – чистый космос. В пик сезона за смену Олег Петрович управляет на взлете и посадке 60 самолетов. Одновременно на радаре может быть их до десятка и больше. Это требовательный к себе и людям специалист, и чуткий регулировщик, умело разводящий самолеты по расстоянию и высоте, и обеспечивающий безопасность полета и оказывающий помощь пилотам. Вдумайтесь только в эту цифру. С января по сентябрь почти 13 тысячам самолетам и вертолетам. Большие скорости. Время принятия решения диспетчера – секунды. Буквально секунды. Но это при нормальной обстановке, а при нестандартных ситуациях или неисправностях на самолетах, пожар, отказ, нарушение прочности. И приходится диспетчеру с огромными усилиями, так сказать, нервными напряжениями и психологическими очищать воздушное пространство для приоритетного самолета. Взлетая, самолет проходит точки коридора, маркированные определенными названиями. Среди них названная в честь авиадиспетчера Тибейкина. Точка Тибет останется в международных регламентах на все времена. На эту вершину профессия возвела человека, для которого за каждой движущейся точкой на радаре 200-300 жизней. И он отвечает за их безопасность от взлета и до посадки. В номинации «За преданность профессии» награжден Олег Петрович Тибейкин, старший диспетчер Таманского центра государственной корпорации по организации воздушного движения.